Добрый день, наши дорогие подписчики! Снова мы приветствуем вас на нашем кулинарном блоге. И сегодня мы продолжаем нашу историю, которая посвящена Хэллоуину, которая посвящена тыкве. И сегодня мы вам предлагаем попробовать и сделать очень вкусный, полезный витаминный салат из тыквы. Для этого мы приготовили сегодня. У нас ингредиенты основные идут, конечно же, наша королева тыква. Далее морковь. Зелень по вкусу, в данном случае у нас петрушка, капуста, болгарский перец и яблоко. Также мы предлагаем, для того чтобы были яркие осенние краски, для того чтобы витаминов было побольше, мы предлагаем орешковый микс, и мы добавили сюда немножко изюма. Заправлять мы это все будем полезным, самым вкусным, который содержит омега-3 жиры, это оливковое масло. Для того чтобы у салата у нашего был характер, мы добавим туда черный перчик и, конечно же, все это добавим солью. И это мы все польем витаминами С, которые сейчас очень-очень важны и нужны. Это будет у нас лимон. Ну что, дорогие мои, поехали. Мы с вами смешиваем все ингредиенты. Вот, то есть можно салату добавлять восточные нотки, корейские нотки. Если кто любит, например, корейские салаты, вы можете сделать какие-то корейские нотки, добавить сюда различные специи, кориандр. Можно просто, например, тыкву заменить, морковь, вернее, для корейского салата заменить на тыкву. Вот, то есть, понимаете, салат — это вообще что такое салат? Салат — это ваша ежедневная импровизация. Салат — это может быть дополнение к основному блюду. Это может быть просто гарнир, который подан к мясу. Салат — это волшебный перекус во второй половине дня для тех людей, которые как бы следят за своим правильным питанием. То есть вот мы здесь смешиваем все ингредиенты. Берем. Режем наш лимон, его выдавливаем обильно, выдавливаем лимон. Вот. И все ингредиенты мы с вами перемешиваем. То есть посмотрите, какие краски. То есть здесь такое обилие серотонина, потому что здесь очень много овощей, которые именно желтого цвета. Капуста — это вообще кладезь всех полезных качеств, клетчатки и прочее. То есть если на вашем столе будет один из вариантов вот такого салата, конечно же, проблем с желудочно-кишечным трактом, с сердцем, с иммунитетом, мы думаем, что не будет. Вот такой вот у нас получается очень красивый и очень полезный салат. Мы его хорошенечко вымешиваем. Я предлагаю его сильно не прижимать, для того чтобы все соки остались, для того чтобы оливковое масло у нас как бы обволакивало каждый кусочек наших овощей. Такой салат можно сделать, его сделать надольше. Вы можете, например, просто в холодильнике сделать заготовку из овощей, все смешать и каждый день брать по кусочку и заправлять его маслом. И тогда у вас каждый день вам не придется делать, резать, шинковать овощи, а вы просто будете брать и наслаждаться жизнью. Так, вот я сейчас пытаюсь найти еще орешек, тыквенную семечку, для того чтобы это было вот так красиво выглядело. А вот почистили тарелочку. Ну что, мои дорогие, приятного аппетита! Витамины с нами. Приходите к нам в Бейлинго, в американский центр. С нами всегда вкусно!